Вот уже в течение года этот вопрос проделана огромная работа, и техническая, и юридическая. И сегодня мы пришли к финальной стадии. То есть не могу сказать, что вот особенно массовое скопление, где у нас существует эта проблема, Ленинский корабельный район, к дню празднования день рождения города Николаева получит нормально цивилизованную круглосуточную подачу воды. Предприятие уже выполняет определенные работы, конкретно заключен договор с организацией, которая будет выполняет проект и поставляет оборудование. Оборудование уже закуплено на первые 10 объектов, которые будут реконструироваться. Это оборудование установлено будет. Это насосы и сопутствующее к нему все электронное оборудование, которое сегодня обеспечит техническая возможность подачи воды в городе Николаеве. Мы, еще раз повторюсь, живем в 21 веке, и в городе Николаеве у нас будет круглосуточная вода. И это не должно считаться что-то нереальным. Это те вещи, о которых на самом деле человек даже не должен задумываться. Поэтому эта работа выполнена. Сегодня проведено ряд последних совещаний в водоканале. И я могу сказать, что да, мы это сделаем.